Вопросы о реализации федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма в Дагестане обсудили сегодня в Доме правительства. На обсуждение было вынесено несколько немаловажных тем, в числе которых развитие туризма, а также экологическая обстановка. В совещании приняли участие председатель правительства Дагестана Абдусамат Гамидов и руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Тему продолжит моя коллега Ума Ибрагимова. Благоприятные природно-климатические условия, прибрежные зоны республики, улучшение дорог, а также наличие исторических мест – то, что является конкурентным преимуществом Дагестана. Абдусамат Гамидов отметил, что в республике широко развивается туризм, а принять гостя для дагестанцев всегда было делом чести. Имея такие традиции и климатические условия, конечно, мы не только должны, не можем, а просто должны развивать туризм, потому что опыт есть, практика есть. Будучи, когда общались с Рамазаном Гаджимурадовичем, тоже в советские времена у нас на побережье Каспия в сезон приезжало до трех миллионов туристов. Все наши соседние республики в субботу, воскресенье, все летнее время находились здесь. Организованность предприятий, институты, университеты, у всех крупных предприятий Северного Кавказа, не только Северного Кавказа, всякие тюменские организации, у всех были здесь так называемые зоны отдыха и летом приезжали сюда отдыхать. Прибывший с визитом руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов затронул несколько аспектов касаемо реализации федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма. Он отметил улучшение в республике, экологию, перспективы развития пляжного туризма, который в Дагестане, несомненно, нужно развивать, а также поведал планы о строительстве круизного лайнера в республике. Я хотел бы сказать о том, что мы видим большие перспективы в развитии пляжного туризма в Дагестане. Вот Абдусамат Мустафаевич об этом говорил. В республике 500 километров пляжей. В нашей стране, к сожалению, мы это ясно видим, существует дефицит территорий, где может быть организован пляжный отдых. Вот мы считаем, что в Дагестане, несомненно, пляжный отдых нужно развивать, создавать пляжную инфраструктуру. По словам Сафонова, для развития пляжной инфраструктуры уже есть определенные возможности. Необходимо создать пакетные туры в республику, которые включат в себя и перевозку, и размещение, и экскурсионную программу. Вот Рамазан Гаджимурадович особенно акцентировал внимание на том, что мы должны при продаже этих пакетных туров говорить, что собственно, руководство республики, правоохранительные органы гарантируют безопасность туристов. И, собственно, когда туристы приезжают в группах, то, несомненно, мы можем давать 100% гарантии безопасности. В общественном сознании, по словам Сафонова, сложилось впечатление, что в республике опасно, но необходимо доказать обратное. Ума Ибрагимова, Нурмухамад Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.